Всего несколько лет назад, когда небольшой научный коллектив под руководством Олега Гусева собирался отправить на борт МКС личинок комара-звонца, над учеными не смеялся только ленивый. А сегодня присоединиться к этому проекту хотят биологи со всего мира. И все потому, что ученым Казанского федерального удалось задуманное. Высушенная личинка не только ожила в космосе, но даже вернулась на Землю и дала потомство. А собратья африканского комара после этого еще трижды побывали на орбите и выходили в открытый космос. Сейчас у нас идет уже, по сути дела, четвертый эксперимент. И в открытом космосе, вот это самое интересное, мы ожидаем самых последних данных. Сейчас только что завершился эксперимент «Экспоз-Ар». Это совместный эксперимент Российского космического агентства и Европейского космического агентства. И в рамках него личинки провели около 2,5 лет в открытом космосе. И, что интересно, часть из них подвергалась вот этому воздействию космического ультрафиолета. Вот. И, в общем-то, очень интересно. Ну, 2,5 года, чтобы вы представляли, это примерно там туда и обратно слетать до Марса, еще останется время. Сегодня казавшийся поначалу авантюрным эксперимент с личинками комара-звонца нашел вполне реальное применение. Вооружившись результатами исследований, ученые КФУ учат уникальной живучести личинок полипедиум вандерпланке клетки других организмов. И это уже в ближайшей перспективе может решить, к примеру, проблему зависимости биобанков от электроэнергии. У нас биоматериалы хранятся либо с помощью консервантов каких-то, либо в замороженном состоянии в жидком азоте. У этих методов есть свои недостатки, а вот если мы научимся использовать высушивание, которое растения вот уже миллиарды лет используют, и семена у нас могут лежать годами, а потом просто привили к ним воду, и они у нас ожили. Если бы мы научились это использовать для того, чтобы хранить, например, яйцеклетки, какие-то клетки-продуценты каких-то материалов, которые нам нужны, ну, это было бы очень здорово. Мы как раз работаем над этим. И основная модель у нас это как раз тот самый знаменитый комар из Африки, полипедиум вандерпланке, который это научился делать сам. Несмотря на свои маленькие размеры, личинка комара-звонца скрывает еще очень много секретов и загадок. И ученые КФУ с каждым днем все ближе к их разгадке. Нам интересно в ответ на обезвоживание или на другие стрессы, какие компоненты генетической системы нашего организма активируются, и, соответственно, какие вот эти вот цели, какие потенциальные биомолекулы будут потенциально полезны и хороши для использования на других модельных объектах. А для этого нам нужно делать такой слепок работы генов в конкретный момент времени. И вот этот прибор нам позволяет это делать. То есть в настоящее время идет его запуск, он читает огромное количество информации, это терабайты данных. Вот. И, к счастью, у нас есть теперь такая вот лаборатория, в которой мы это можем независимо полностью производить. Стоит отметить, что многие ждали от эксперимента с комаром маленького чуда. Человечество не теряет надежды найти способ доставки астронавтов до отдаленных космических объектов. Но ученые Казанского федерального рассматривают ангидробиоз комара-звонца лишь как способ удешевить доставку продуктов или биоматериалов для научных целей и не более. Впрочем, состояние анабиоза в КФУ тоже изучается. И здесь уже есть пища для размышлений. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз.